Игрушка-веселушка. Наши вечерние потехи. Вот так вот. Дал пакетик, и дети довольны. Зачем какие-то игрушки нужны? Ребят, как вам? Неплохо? Ох, игрушка. Вот это вот забава. Ну, вот вам и игрушки для собачек. Носок. Вот. О. Во, вот такой носок. Ту, тихо. Ну, вот теперь будут за этой игрушкой, за этим пакетиком гонять. Нет, конечно, все под моим присмотром. Пакетик уже раздербанили. Слушайте, дала такой прям плотный пакетик, но нам нипочем. Так, Джерик победил. Кусок оторвал, урвал. А, тут Аманда тоже вот играет. Ага, я им еще давала вот эту липкую ленту, вот этот скотчик. Все, ребятушки, все. Угу. Все, начинают уже. О, все позгорцовали. Все покидали. Ох, хулиганы, нагонялись, аж мокрые. Попили водичку, мордахи прям мокрые. Вот такая веселуха, веселуха. Вот так. Конечно, такую игрушку давать нельзя. Ну, под присмотром, вот так вот, чтобы они чуть-чуть поигрались, немножко можно. Немножко, совсем чуть-чуть. Уже собираю кусочки. Шоник, ты нет? С ними не играешь? Так, у Мачо уже маленький кусочек. Мачо, сынок. Ага, давай, все. У меня уже маленький кусочек. Надо забирать. Ну, извините, ребятки. Амандочка. Красоточка, лиловая красоточка. Посмотрите, какой у нее уже перецвет лиловый. Девочка свободна. Поиски мамочек, папочек. Красотулька. Лоранчика. Воды попил. Ушко. Я поправлю ушко, сынок. Ушко. Опа. Все, мой зайчик. Так, все, вот уже даже до таких маленьких кусочечков. Все, ребят, мама сделала не очень. Так. Кто победил? Мама победила. Все. Вот так, поздний вечерок, мама их раздраконила. Так, слышу, там еще шуршат. Ой. Вот такие у нас игры. Джерик, ты с ними заодно? Так, где-то остался кусочек. Ну, а видно где. Вот. Остался кусочек у Аполлона. Угу. Лоранчик там прижимает. Вот так вот, да, борются ребятки. Такое впечатление, что я вам кусок мяса дала. Зайки мои. Ой. Вот так, видите, как это интересно, как это чудненько играть. Сверху. Так, ну все, давай, все. Оп, все. Походу, мама забрала последний кусочек. Все у меня в руке. Вот так, спокойствие, только спокойствие, ребята. Все, тишина, да, спокойненько. Вот так, еще воды сейчас напьются. Жарковато, да, немножко. Тихо. Что, у Шоника остался кусочек, наверное, ребят. Так, закрываю кровать. Это, кстати, пакетики были от вот этих вот защелочек. Так, Джерик принес себе игрушку. От вот этих защелочек пакетик был. А еще... Липкая лента, скотчик был от вот этой вот решеточки. Закрываю от них основание кровати. Ну, потому что там внизу есть такие трубочки еще дополнительные. И вчера они вот так бежали. И один из щеночков ударился. Все хорошо, все в порядке. Ну, как бы все было просмотрено мною. Наблюдала я, но решила, что так дело не пойдет, чтобы не было никаких травм. Вот, достаточно тут места, пусть оббегают. Вот, и я вот прикупила такой вот вольерчик. Сейчас его соберу с двух сторон. Ну, вижу, что мне не хватит одного.
Вот, докуплю еще один, и будет тогда безопасно. Потому что вот такая беготня их, да. Ну, я планирую перевести ребяток в другую комнатку, в другой домик, туда вниз, где будет доступ на улицу. Так, все, мама идет. Сюда-сюда. Дай сюда маме. Шоник. Вот, все. Это был точно последний кусочек. Вот видите, вот такие игры дурацкие. Дурацкие, да, мама дала. Ну, только под присмотром, да. Чуток вот они свою прыть и выбегали, потому что уже достаточно поздно, а они вот никак не могут наиграться. Вот, так что да, вот я тут с ними работаю, и они бегают, играются. Так, все, дорогие друзья, детки наши шоколадного Йорка, девочки и мальчики, и мальчишечка Джерри, черно-подпалого окраса, вот этот красотунчик. Мелкий мальчик, я думаю, что он будет миником, ну, потому что уже он постарше и остановился, не растет. Деточки есть разные, все, кстати, кто здесь привит полностью, имеют документы, клеймо, как любой из наших деток. Любая собачка у нас все с документами. Так, Шоник, Шон, Шон, Джерри, ребята. Угу, мачо. Джерри сразу раз, он запрыгнул, и все, ему, вот он мне пораскидывал подушки, пораскидывал вот эти мои штучки. Джерри, Джерри, кто хулиганит? Вот он с легкостью, видите, запрыгивает, и ухо мне туда положил. Зай, я такое не кушаю. Давай я сниму ушко. Ты хочешь ушко или ты хочешь Джерри достать? Хулиганье, хулиганье, что говорить. Пораскидывал все. Ох, хулиганы мне тут. Я люблю, когда тут красиво все, порядок. Подушечка к подушечке, все тут чики-пуки. Вон, видите, раскидывает. Все лежало здесь в пакетике, это он все вытащил. Пакетик был завязан, он каким-то образом его развязал и скинул. Да, Джерри? Такой замечательный мальчишечка. Так, уже сегодня я не буду ему делать вот эту прическу, как я делаю гелем, убирая вот эти волосики. Пусть уже отдыхает, а завтра утром после процедуры протирания глазок, умывания, конечно же, вот это вот я ему все уберу. Ну, убираю, как и рассказывала, не в хвостик, не в резиночку, потому что она еще пока давит, мешает, а просто гелем для волос. Прилепляю вот так вот здесь, вот сюда, и по носику. Вниз с одной стороны по носику и с другой. Нормально все относятся к этому, да, скажи. Нормально вообще. Привыкли ко всему. Ну, такой заюшка лохматун уже. Вот пока, видите, еще я не сделала вот это, они там все детки в клетке. Детки в клетке. Вот наши клетки, да. Как говорят, в клетках держат. Вот они клетки. И вот они клетки. И вот они баловники. Закрою, закрою. Здесь вот тоже сцепляется у меня. Здесь тоже убрала, чтобы мне было... Убрала, поставила вот такую сеточку. Вот. Ну, чтобы мне было желание что-нибудь погрызть. Ну, зачем нам красоту нарушать? Ну, в общем, как бы делаю и для себя, и для них, конечно же. Вот так вот. Сейчас дособираю. Детки в клетке. Опа, давай еще. Угу. Мачо принес мне еще кусочек. Вот мама тоже мне. Все, больше такие игры у нас не будут. Вон, набегали, что уже второй раз им водичку наливаю. И да. Такие мои сладкие. Жаки. Чака-чака-чака-чака-чака-чака-чака. Кто бежит ко мне? Кто еще бежит ко мне? Амандочка, Джерри, красавчик. Амандочка, да. Лоранчик, да, Лоран, зайка. Джулия, куколка. Кто успевает разглядеть? Шоник. Чук-чук-чук-чук-чук. Оп, а, Джерри, все, правильно, смотри. Раз к маме запрыгнул и все. Так, все, друзья, мне нужно доделать, а я тут с ними балуюсь, играюсь. Так, ну вот копаем, купаемся. Ох, мач. Ну, сейчас посмотрите на его мордашку. Мачо.
хочу. Боже, какой ты красивый. Лапы помой. Я думаю, что такое вода у меня иногда такая какая-то грязноватая. Мачо, а ну посмотри теперь на маму. Посмотри теперь на всех. Не, ну вы представляете? А я думаю, что же, кто же у меня тут? Мачо, посмотри сюда. Боже мой. Так, ну маме же нечего делать. Да, это будни заводчика. Да что вы там делаете? Да ничего вы не делаете. Собаки сами растут, сами родились, сами выросли. Щеночки тоже. Так, ух, все, пошла я за тряпкой. И снова вытирать. Мачо, какой ты красивый. Зайка. Хотите посмотреть, какой он красивый? Мачо, мачо, мачо. Иди сюда, сынок. Боже ты мой. Ты кто? А? Ты чертенок? А? Ты чертенок, зайка. Ты мой жальчик. Пошли вытираться. Зато доволен, да? Вот там маме все разлил. Боже ты мой, солнце. О, вы посмотрите, ребята. Красавец, красавец. Скажи, не жарко зато, да? Ой, я не могу с этих деток. Красотульки. Вот вам хорошее настроение на ночь. Все, друзья, я пойду убираться, вытирать снова, потому что вот такие мои любимки-хулиганки. Не, им не спится. Время очень поздно, очень-очень поздно. Они не спят. Все, друзья, всем хорошего вечера, ночи. Всего самого-самого доброго и прекрасного. Пока-пока. Зайки мои.